Уже с 1 июля все розничные точки торговли алкоголем должны быть подключены к единой государственной автоматизированной информационной системе или ЭГАИС. С ее помощью надзорные органы намерены контролировать оборот всей алкогольной продукции в стране вплоть до продажи каждой конкретной бутылки. Не обязаны подключаться к ЕГАИС только заведения общепита. Работает система довольно просто. Производитель алкоголя должен указать на бутылке всю информацию о напитке, его название, дату изготовления, емкость, содержание спиртного и фирму изготовителя. Все эти сведения зашифрованы на акцизной марке, если товар заграничный, и на федеральной специальной марке, если напиток отечественный. Проверка данных занимает секунды. Во время расчета кассир просканирует теперь не один штрих-код, а два. Первый штрих-код по самому товару и второй штрих-код – соответствие этого товара всем требованиям и наличию в базе. В чеке появится информация не только о названии самого товара и его цене, а еще и QR-код, который можно отсканировать и посмотреть всю историю именно по этой бутылке. Если товар контрафактный, то информация на марках будет неверной. Как следствие, касса не выдаст чек, и купить бутылку будет нельзя. Таким образом, потребителей хотят обезопасить от фальсификата. Как внедряется система в крае, проверили специалисты Министерства промышленности, энергетики и торговли во главе со своим руководителем Анатолием Цикаловым. Глава ведомства рассказал, сейчас в крае более 6000 лицензированных магазинов, где продавать горячительное можно. Многие из них уже используют систему в тестовом режиме. Сейчас мы проследили, чтобы все уже вот организации, которые закупают алкоголь, они на сегодняшнюю дату 100% подключены к системе ЕГАИС, и вся закупка алкоголя уже отражается к системе ЕГАИС. Специалисты предостерегают, если на чеке нет QR-кода или продавец вовсе не сканировал марки на бутылке, то от такой покупки лучше отказаться. Также не следует брать горячительное в павильонах и ларьках. Они по закону не имеют права торговать алкоголем, и вероятность нарваться на контрафакт здесь возрастает в разы. К слову, проверить подлинность покупки при желании может и сам потребитель. При обзоре бутылки федеральной специальной марки покупатель любой может через интернет-ресурс, единый социальный портал, проверить легальность этой продукции по номеру марки. С 1 июля система ЕГАИС должна заработать во всех городских магазинах. Владельцам торговых точек, которые к ней не подключатся, грозят серьезные неприятности. У них отнимут лицензию, а продукцию конфискуют. Такие же нововведения появятся и в сельских магазинах, но им дали отсрочку на один год. Александр Ловицкий, Александр Ольхов. Новости.